Привет, друзья! Сегодня у нас 20 сентября 2021 года. Снимаю зизифус пальчиковый. Сорт не знаю, как называется. Может, кто-то и определит, что это за сорт такой. Вот такой вот размерчик. Бывает еще крупнее, бывает. Сейчас покажу весь кустик. Вот такие вот ягодки. Вот такие вот ягодки. До макушки 3 метра. Его не с дерева собираешь, а уже когда он сыпется на пол, на полу его собираешь уже. Полностью поспевший. Показываю основание. Вот здесь уже 2 года он как присыпан землей, вот этот побег. Я его немножко раскопал, корешочков нет. Может, туда ниже еще, но пока его раскапывать еще рано. Сейчас покажу, что я считаю, что он размножается прививками. Расскажу, какими почками я его прививал. Вот это концевая почка. Вот так вот я его отрезал и прививал в подвой. Сейчас покажу подвой. Вот это я считаю подвой. Он поменьше, конечно, кругленький такой. Это первый зизифус, который я достал. Ну уже по сравнению, который более пальчиковый, он чуть-чуть слаже и крупнее. Хотя этот родит тоже хорошо. Это у меня первый вариант. Но это уже у меня сейчас теперь подвой уже. Поделал я прививочки. Вот прививочки поделал ему на него. Привил вот этот сорт концевыми побегами на подвой. Посрезал концевые побеги. Вот такие побеги посрезал. И сейчас покажу, как привил. Привил в боковой зарез концевые побеги. Вот эти по черешкам будет видно, прижилась почка или нет. Вверх загерметизировал, чтобы туда не попадала влага и почку не отодвигала зимой морозом. Показываю еще почку концевую. Считаю, что эта прививка более правильная, потому что привита концевым побегом, потому что он более лучше подходит для прививки. Сейчас еще покажу. Показываю еще одну прививочку, сделанную концевым побегом. Подвоя мне хватает, поэтому я считаю, что лучше всего прививать концевыми побегами. Всем до свидания, до новых встреч!